Конечно, качество на Украине неописуемое, но вы сейчас... Вы имеете в виду качество купальников или качество корпуса? Купальников и особенно девушек, я могу сказать, ну, конечно. Кому как не вам следить за качеством? Ну, увы, эти 27 девушек, 12 из них сейчас нас покинули. Да что вы? Даже 17. 17 нас покинули. Давайте сделаем уже. Давайте надо спросить у жюри. Давайте оставим 12. 12? Я хочу предложить... Ты уверен? Да, ты здесь считать. Вам не Швейцария. Здесь такие около выводы математически не работают. Уважаемые... Ваня, пожалуйста, иди к жюри и возьми конверт из 12. Да я с удовольствием. Уважаемый жюри, я могу взять конверт? Одна минута. Сейчас жюри показывает... Еще одна минута, да. Жюри показывает мне этот палец. Что означает Швейцария, когда показывает вот этот палец? Это хороший вопрос. А в России? Это означает, Первая мировая война начинается. А в России, когда показывают палец, Гарик, это Гарик скажет. Это палец. Означает, уезжай из России. Гарик, я знаю не понаслышке об этом. Что бы ни показали Гарику, ему всегда предлагают уехать из страны. Скажите, пожалуйста, как часто вы бываете в России, Ксения? Пока есть такая секунда, потому что про вас мы хотим узнать тянем больше. Время тянем, я бываю довольно-таки часто. Я родилась в Магнитогорске. Вы родились в Магнитогорске. Ее тянет на родину, когда она в железных украшениях. Когда последний раз вы были в Магнитогорске? Давно. А вас там ждут? Да. Да, вы не вернули в школу учебники. Ну ладно. Друзья, вы не учились там. Ну, до 15 лет что-то вы там делали. Значит, друзья, прямо сейчас я обращаюсь еще раз к нашему жюри. Продолжает совещаться. На ваших глазах происходит... Ксения, Иван. Я хочу вас прервать. Спасибо, что прислушались ко мне. Давайте аплодисментами поддержим девушек, которые очень волнуются. Ведь всего 12 из них останутся в конкурсе, пройдут в полуфинал. Девушки, удачи вам. Мы верим в вас. Говорю я сам себе, не верю. Ты говоришь сам себе, не верю. Действительно, 27 участниц и 12 человек мы выводим в полуфинал. Почему именно 12? Как вы думаете, Ксения? Я думаю, что потом останутся 6. Половина. Молодец. Как я экономист по профессии. Да, вы же экономист. Вы где изучали экономику? В Швейцарии. В Швейцарии, конечно, в Швейцарии. А где же еще? Вот мне делает мужчина. Вот такой жест, я сразу бегу, ведь я так обучен. Беги. Побыстрее давай. Осторожно. Пожестче с ним, да. Пойдем погуляем. Спасибо огромное. Спасибо. Сейчас Иван вернется, и мы пойдем. Давно. Иван, вернитесь, а то нам интересно. Кто... Ребята, вы хорошо смотрите вместе. Спасибо. Я бы сказал. Ну что же, друзья, прямо сейчас... А я хочу вместе с вами прочитать. Так, здесь какие-то купюры, Гарик, это тебе. Итак, мы приглашаем, я на всякий случай, чтобы, не дай бог, не повторить такие ошибки, я читаю те фамилии, которые не зачеркнуты черным маркером, правда? Потому что я могу прочитать и те, которые зачеркнуты. Иван, вы плохо зачеркнули. Я бы хотел от имени телезрителей и публики спросить. Ты произнесешь имена девушек, которые остаются в конкурсе или покидают? Я прочитаю именно тех, кто остается. Итак, друзья, с вашего позволения я прошу приветствовать наших полуфиналисток. Номер 4. Карина Жиронко. Номер 4. Номер 8. Дарья Царюк. Дарья. Номер 15. Маргарита Иващенко. Номер 16. Елена Марценюк. Номер 17. Вы замечательно читаете. Говори. Номер 17. Ольга Рубанова. Ольга Рубанова с Одессы. Номер 19. Алена Гурская. Номер 20. Татьяна Прокопчук. Номер 23. Загородняя Галина. Номер 24 Юлия Берцы. Номер 25 Богдана Примак. И последняя. Почему последняя? Подождите, у нас обе стоит. Подождите, давайте почитаем девушек. Подождите. Номер 27 Наталья Дуич. Болельщики такие. И у нас еще одно вакантное полуфинальное место. И его занимает... По номер 5 Лена Кодица, Чернобыль, давайте аплодировать. Ваши аплодисменты. Друзья, именно эти 12 девушек продолжат борьбу в национальном конкурсе «Мисс Украина» 2012 года. Мы вас убедительно просим поаплодировать абсолютно всем девушкам за участие в сегодняшнем конкурсе, который еще впереди со своей кульминацией. Спасибо огромное, дорогие девушки, спасибо вам, друзья, аплодируйте.